толпа, все заряжены. Все 200 человек, они горят тебе надрать. Порвал бы на дистанции. Ну, такой, видимо, вид спорта волшебный. Матч стоит 600 евро, я готов бы отдать бы еще 600 евро, чтобы прокрутиться назад и отгонять эту гонку. Решилось за один вечер, что я сюда приеду с Украины. Если где-то еще только начинается ветер, здесь он уже есть. Вообще не похожие соревнования ни на слалом, ни на формулу, ни на что другое. Это больше как скоростные заезды. Тут все важно. Стартовать, пройти дистанцию, не упасть. А тут нет никаких ограничений. Приезжай, участвуй, посмотри, на что ты способен. Все условия для этого есть. Это такая жизнь. Марафон – это жизнь, да. В идеале я бы хотел тому прийти, чтобы достаточно было сказать, что я был на Волжанском марафоне. Вот это уже виндсерфинг.